Тема молдавских легионеров, воюющих в Украине, стала одной из центральных сегодня в парламенте. Депутат от БКС Владимир Воронин поинтересовался, имеют ли наши граждане какое-либо отношение к молдавским правоохранительным органам. Лидер коммунистов потребовал, чтобы МВД представила эту информацию на пленарном заседании законодательного органа. Реплика не осталась без ответа спикера Игоря Гросу. Хотелось бы узнать от официальных органов, каков статус наших легионеров на Украине и занимались ли этим вопросом соответствующие государственные органы. Есть разные версии, что они из Министерства обороны. Кто их прислал? Или они легионеры-добровольцы? Хочу пожелать им вернуться домой здоровыми, с победой, чтобы верх одержала Украина. И действительно, органы должны очень тщательно изучить тех, кто воюет на стороне агрессора. А ребята пусть возвращаются здоровыми, с победой. Обмен репликами прозвучал после того, как в начале этого месяца группа граждан Молдовы, воюющих на Украине, выступила с обращением к ветеранам Приднестровской войны и участникам протеста в центре Кишинева. Они призвали демонстрантов не участвовать в митингах, организованных политической партией ШОР, которым причастны также ПСРМ и лидер партии ПАЧЕ Георгий Ковкалюк.